Hey, друзья мои, всем привет! Мы вернулись в игру под названием Hotel Renovator, и сейчас у нас есть очень важное задание. Мы должны спуститься в фойе и прочитать письмо дедушки. Ну что, отправляемся вот сюда, я так понимаю, что нужно спуститься на лифте. Так, второй и третий этаж у нас пока что недоступны, я так понимаю, что нас интересует ground floor. Мне очень интересно, какая комната у нас сегодня будет доступна для ремонта, и когда мы с вами наконец-то сделаем ремонт в фойе, а также на первом этаже. Итак, отправляемся вот сюда, ну и где письмо? О, привет! И где письмо? Это не мусор! Это наша помощница, почему она у меня отмечается как мусор? А, наверное, вот то, что находится сзади нее, это мусор. Что у нас здесь? Ремонт, услуга недоступна. Слушайте, как интересно. У меня, кстати, было предположение, что, возможно, мы эту мебель не будем выбрасывать сразу же. А может быть, мы с вами будем ее ремонтировать. Так, красавица, а где у нас письмо? А где письмо? А, вот у нас письмо. Нажмите F, чтобы прочитать письмо. Открываем. События, дорогие мои, добро пожаловать в мой отель. Вам предстоит вернуть его былой лоск. Надеюсь, будет интересно. Вы даже не представляете, что может ждать в конце. Слушайте, звучит очень интригующе. Веселых приключений, Рой Беннет. Окей, прекрасно. Так и есть. Письмо от дедушки. Надеюсь, он будет нами гордиться. Я тоже надеюсь. А то знаю я наши с вами успехи, и потом опять какие-то курицы налетят, и все. Ну и что ты мне предлагаешь делать дальше? Какой номер ты мне сейчас предложишь отремонтировать? Откуда зирочки? А, у нас рейтинг отеля. Ребята, у нас теперь однозвездочный отель, между прочим. В прошлой серии к нам сюда въехал какой-то рокер. Я так понимаю, что ему понравилось. Открыта новая мебель. О, ребята, вы посмотрите. Это все, что нам теперь будет доступно? Это все новинки? Открыты новые покрытия пола, новые палитры. Вы издеваетесь? Я вообще-то планировала сегодня записать несколько серий, но я так понимаю, что вот эту серию я буду записывать, наверное. О, все открытые предметы теперь доступны в круговом меню. Ребята, я в шоке. Я просто в шоке от того, что я сейчас увидела. Так, красавица, пойдем делать ремонт. Так, держать. Осталось выбрать название, и можно приниматься за работу. Название чего? Я думаю, отеля и так есть название. Или ты не про отель? У нас же и так должно быть какое-то название. Логотип отеля? Да ладно! Слушайте, а давайте, может быть, возьмем. Давайте, может быть, вот такой вариант. Hotel name. Давайте будем с вами очень оригинальными и назовем наш отель Rain Hotel. Rain Hotel. Все, принять. Мне нравится. Rain Hotel. Или, может быть, другой логотип взять? Да не, мне это тоже понравилось, поэтому оставим. Значит, что ты мне дальше предлагаешь делать? Мы будем фойе убирать или комнаты? Винтаж. О, смотрите, какой там винтажный телефон. Гость в полнолуние, иди в номер 103. Слушайте, это... О, я как раз хотела... Вы не поверите, я как раз хотела сегодняшнюю комнату в каком-то таком вот готично-винтажном стиле оформить. Кстати, ребят, в комментариях вы можете предложить какие-то интересные варианты для оформления комнат. И мы с вами, конечно же, попробуем это сделать. Потому что я думаю, что мы этот отель будем весь оформлять абсолютно по-разному. Ну, делать все одинаковые комнаты, ну, цитакесуби. Поэтому, думаю, будет очень интересно. Добрый вечер. Я Влад Романеску. Хотел бы остановиться у вас на ночь. И у меня есть несколько скромных пожеланий. Я люблю тишину. И если мой покой нарушают, скажем так, я жажду крови. Кроме того, у меня чувствительные глаза, поэтому понадобятся непроницаемые шторы. И никаких зеркал! Да блин, нам же там вроде столько всяких интересных украшений и зеркал добавили. Ладненько, пойдем. А я надеюсь, я сейчас буду одна в этом номере? Или он уже меня ждет в этом номере? Ребята, мне уже страшно. Вы представляете, мы сейчас с вами будем готовить номер для вампира. Вот это прям супер. Так, иди в номер 103. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, он с этой стороны, да? 102, 101... 103. Ну что, заходим? Тут же никого пока нет. Да, пока никого, фух. Гость в полнолуние. Достигни качества номера какая-то одна зирочка. Подготовь номер 103 для мистера Романеску. Ну, понятное дело, что мы с вами делаем. Мы с вами будем сейчас все ремувать. Так, а давайте вообще посмотрим, какой у нас... Ого! Вот это номер. Так, почекайте ежики, давайте проверим. Значит, открываем дверь. Сейчас буду опять путаться в управлении. Ребята... Это что за ваза? Я надеюсь, это не наш новый гость. Здрасте, вы не здесь случайно? Надеюсь, что нет. Значит, я предлагаю сейчас все здесь поубирать. Давайте вот это вот все прям поубираем. Кстати, мы же с вами можем потолок поменять теперь. Это тоже продаем. Убираем вот эти шторы, фу-фу-фу, они старые, вонючие. Ну что, ребят, пора переходить к уборке.
Так, что нам с вами понадобится? Нам с вами понадобится швабра. У нас супер-пупер-мега-швабра. Мы с вами все сейчас быстро поубираем. Я думаю, что, может быть, нам с вами сразу стоит какой-то свет добавить, потому что тут как-то темновато. Это тоже все нужно поубирать. Слушайте, как же быстро это все здесь делается. Так, здесь у нас тоже какая-то грязь. Кстати, по-моему, в прошлой серии она не подсвечивалась. И это, конечно, все гораздо удобнее, когда мы... Ну и что такое? Ты не хочешь вот это убирать? Ребят, а что тебе не нравится? А ну-ка, давай, все, убираем. И здесь осталось. Значит, это нам с вами тоже 85%, все, бимба. У каждого гостя свои предпочтения в украшениях. Выполни их требования, чтобы получить чаевые и бонусы. Конечно, мы сейчас все сделаем. Итак, давайте посмотрим. Значит, покрытие и добавить шторы, добавь свечи, оттенки black и red. Я только хотела сказать, что я бы хотела что-нибудь такое выбрать. Так, давайте, наверное, начнем с пола. И что у нас есть? Керамическая плитка, другое ковры. Деревянный, вот, хочу деревянный пол. У нас какие есть варианты? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушайте, давайте, может быть, какую-нибудь вот такую елочку возьмем. Только я хочу поменять цвет. Давайте что-то темное, 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 темное. Темное. У нас нет ничего, ну, такой черный. Давайте, может быть, вот такой красный, что ли. Так, размещаем. А, тут же не как в хаус-флиппере. Все время путаю. Здесь у нас нужно по клеточкам вот это вот все размещать. Я думаю, что здесь у нас, наверное, будет спальня, а там у нас будет что-то типа гостиной. Я не помню. У нас в этой игре тут мусор есть в этой игре. Мы с вами недоубирали. Я не помню, тут камины есть. Вроде как должны быть камины. Я бы добавила какой-нибудь стильный камин, который бы идеально вписался в эту комнату. Так, здесь мы с вами тоже все размещаем. Слушайте, а может быть в спальне у нас будет дерево на полу? А там разместить плитку? Как думаете? Только сначала, пожалуйста, дайте мне убрать вот эту вот битую посуду или что у нас тут? Или это какие-то... Ну да, давай, убирай. Так, ну здесь, в принципе, мне все нравится. Давайте здесь действительно возьмем какую-нибудь красивую плитку. Деревянные ковры или ковры? Давайте, наверное, ковры, что ли? Ковры, ковры, ковры. Керамическая плитка, ну не знаю, давайте, наверное, ковры. Ковры, и тогда нас с вами что интересует? Может быть, либо такой. Давайте вот этот узор. О, бимба. Возьмем тогда тоже что-нибудь с красным, но это розовый какой-то. Нам этот вампир сейчас на голову надеть. Нет, тоже не подойдет. Я хочу, чтобы они как-то... а вот этот вариант мне нравится. Ну, это все какое-то такое, знаете, веселенькое. Не-не-не-не-не. Давайте возьмем вот этот. Он такой, знаете, ну, я хотела сказать приглушенный, но нифига он не приглушенный. Он достаточно яркий, хотя я бы, наверное, взяла что-нибудь, типа, знаете, бурячкового. Или наподобие. В плане стен, может быть, нам взять какие-нибудь деревянные панели? Как думаете? Мне кажется, что деревянные панели смотрелись бы здесь очень круто. Можем добавить какие-нибудь обои и панели. Так, движемся вот сюда. А можно как-то размер этих клеточек поменять? Ну, вроде как нельзя поменять, да? Удерживайте, чтобы рисовать, изменить, закрыть назад. Нет, к сожалению, здесь выбрать прям всю вот эту вот площадь и разместить нельзя. Ну ладно, ничего страшного. Так, размещаем, размещаем, размещаем. Все, супер. Теперь давайте посмотрим, что мы можем в ванной комнате взять. Деревянная керамическая плитка. Ну, нет, не хочу. Такую я тоже не хочу, это мне не очень нравится. Слушайте, а может быть вот такой вариант взять? Какой-нибудь темный... Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Темный, темный. Ну, это какой-то, знаете... Не, это слишком веселенький. Вот этот неплохой, но он, наверное, не особо будет сочетаться. Хотя черный, золото, красный, в принципе, достаточно неплохое сочетание. Nope. Nope. Ну, это розовый. 50 оттенков розового, голубого. Не хочу. Зеленый. Посмотрите, сколько зеленого. Это слишком яркий красный. О! Слушайте, а давайте вот такой красный. У нас сегодня будет серия 50 оттенков красного и черного с Дашей. Ну что, ребят, как вам наша ванная комната? Я думаю, что здесь у нас будет находиться раковина, здесь будет ванна, а здесь, наверное, будет какой-то шкафчик и унитаз. Ну что, давайте переходить в мебель, посмотрим, что у нас новенького. Во-первых, давайте сразу же какие-то шторы разместим, только я бы хотела, наверное, что-то типа вот такие шторы. Мне уже хочется, чтобы все было прям закрыто, поэтому давайте не такое будем выбирать, а вот этот вариант, плотный, только, может быть... А давайте вот этот вариант возьмем. И что у нас по цветам? Цвета, 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 редактировать. Я думаю, что мы с вами какой-то узор выбирать не будем, потому что у нас как бы и тут и так есть узор. Давайте посмотрим, что у нас. Можно, конечно, взять что-то темное, красное, ну не знаю. Может быть, нам взять какой-нибудь темно-темно-темно-серый. Эти мы брать не будем. Слушайте, ну это же не синий. Там же серый вроде бы, а тут какой-то синий. Ну ладно, окей. Можно... Блин, ну это тоже синий.
Мне не нужен синий, мне нужен серый. Ладно, пробежимся сейчас по всем. Ага, вот, смотрите, можно... Кстати, вот это неплохой. Он тоже такой темно-темно-синий, но, в принципе, давайте... О, ну, трошечки оставим света, потому что как-то темновато. Теперь давайте переходить. Где у нас аксессуары для ванны? Нет, аксессуары нам не нужны. Давайте возьмем какую-нибудь ванну. Ух ты, вы только посмотрите, какая у нас есть ванна. Мы можем вот эту ванну взять, можем вот эту, но мы с вами вот эти варианты уже видели в прошлой серии. Можно взять... Ух ты, ребята, посмотрите, какие классные. А все остальное у нас, к сожалению, закрыто. Можем взять вот такую... Вау, слушайте, а может золотую ванну ему здесь? А ну давайте посмотрим. Золотую можно? О, ребята, давайте золотую. Нет, не надо серебряную, золотую, давайте вот без этого. Давай посмотрим, что у нас есть еще. Есть вот такая вот прям совсем блескучая. Ну давайте лучше, наверное, возьмем просто какую-нибудь черную. Красную не хочу. Давайте темно-темно-серую или черную. Для вампира это будет просто идеальный вариант. Не, никаких зелененьких, веселеньких нет. Сейчас у нас ничего такого не будет. О! Слушайте, ну стильно, по-моему. Давайте вот здесь у нас, наверное, будет... Или вот здесь, или вот здесь. Давайте вот здесь разместим. Что нам с вами еще понадобится? Раковина. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Значит, это мы с вами видели. Это новый вариант. Вот такой, такой. Ну и, в принципе, все. Может быть, взять... Ну, блин, они такие все небольшие. Я бы хотела, наверное, какой-то... Может быть, со шкафчиком вариантец. Но, к сожалению, такого пока что нет. Ладно, предлагаю взять вот этот. Нам теперь нужно добавить какие-нибудь украшения. Шкафчики. Пробежимся. Значит, у нас есть такой шкафчик. Такой. Этот у нас был, получается. Ух ты! Это неплохой, конечно, но, блин, он здоровый. Вот такой и еще вот такой. Мне кажется, из всех шкафчиков этот подходит больше всего. Поэтому давайте мы сразу же выберем какое-нибудь темное дерево. Цвета. Серый такой, да, у нас есть. Ну, красный мне не очень нравится. Он прям сливается, получается, со стенкой. Давайте, наверное, темное, вот такое вот коричнево-серое возьмем. Здесь у нас будет держатель для туалетной бумаги. Так, а может быть, нам с вами еще вот здесь полотенце повесить? Потому что у нас там есть, тут есть. Что у нас еще появилось? А, в принципе, больше, я так понимаю, что больше ничего? Нет, больше здесь ничего нет. Аксессуары для ванны. Так, давай-ка, может быть, здесь туалетную бумагу. Вот здесь туалетная бумага. Я думаю, что щетки мы с вами, наверное, разместим... Вот там, на раковинах. У нас еще появились вот такие вот различные полотешки. Давай еще здесь. Стоп, вот здесь должна быть корзина. Потом нам с вами можно всякие... Это что у нас такое? Крем. Ну, как вы думаете, вампир кремом будет пользоваться? Я надеюсь, что да. Поэтому давайте несколько вот таких вот всяких флакончиков. Мы куда-то с вами влезли. Вот здесь у нас будут флакончики. А здесь я могу поставить? Да, ребят, я могу. И я причем могу развернуть. У нас здесь будет мыло. Как вы думаете, вампир же зубы чистит? Ну, наверняка чистит. Ему же нужно следить за зубами. Так, этот ёршик нужно с этой стороны разместить. А то мы как-то с вами побежали не туда. Мыло. Это у нас мыло или это мыльница? Это же мыльница, да? А вот это мыло. Вот. Мыло и мыльница. Я хочу какое-нибудь растение. Растение, мебель. О, кстати, дворец, ребят, может быть, мы что-то из дворца. Ну, блин, тут зеркала. О, ребята, я бы хотела вот такую кровать ему. Слушайте, давайте возьмем вот эту кровать. Только что у нас по цветам? А здесь у нас меняется, получается, только постель. Постель. А ну-ка, чекайте, ежики, мы сейчас с вами сможем подобрать. Куда? Куда убежал? Кровать убежала. Кровать куда-то... Слушайте, а вот у нас есть, кстати... Смотрите, что у нас тут есть. Блин. Смотрите, какие у нас тут есть светильники. Так, а ну-ка. Золотой светильник, ну, в принципе, можно взять. Но я бы хотел... Давайте по цветам пробежимся. А, это не цвета, ребятки. Это, к сожалению, эти самые... Ну, сам свет. Слушайте, а давайте само свечение красное возьмем. А ну-ка. Красное. И это красное, типа, да? Ну, типа, да. Где кровать, которая мне так понравилась? Так, кровать. Нет, не та кровать. Развернись ко мне передом. Теперь мы с вами берем вот так. Мы здесь можем поменять, я так понимаю, что только вот это вот покрывало. То есть поменять цвет дерева я не могу. Ну ладно, ребят, будем терпеть. Блин, зеленый тоже красивый был. Но я хочу красный. Нам нужен красный, не такой красный. Нам нужен более спокойный. О! Слушайте, по-моему, подобрали просто идеальный вариант. Ну, вроде бы этот вариант смотрится неплохо. Окей, ладненько, размещаем раз, потом размещаем
Давай, кстати, я смотрю, что ему нравится. Смотрите, у нас качество номера уже 1-1 из 2. Давайте теперь займемся покрытием стен в спальне. Значит, я думаю, что мы здесь можем с вами выбрать, например, покрытие стен. А что у нас тут есть? А, вот то, что я вам и говорила, ребят. Давайте, может быть, возьмем кирпичи, кирпича. У нас тут есть какие-нибудь панели? О, ребят, я бы взяла вот эти вот деревянные панели. И, например, какой-нибудь рисунок. Деревянные панели с узором. Я не хочу с узором. Это я тоже не хочу. Простые деревянные панели. Причем нам, наверное, нужно взять что-то под цвет... Даже не знаю, наверное, нашего пола. И в итоге я решила поменять цвет дерева, потому что, честно говоря, с вот этой кроватью тот красный не очень смотрелся. Теперь давайте тогда с вами выберем все-таки какие-то обои. Я думаю, что мы возьмем обои с узорами, и теперь мы можем, в принципе, взять что-то красненькое, потому что у нас там было одно красненькое, потом другое красненькое. Мне, кстати, вот этот красненький нравится, но лучше мы возьмем что-нибудь другое. А у нас, может быть, есть что-то такого же узора, как думаете? Ну, давайте посмотрим. Переходим в таб. Это слишком... Хотя, в принципе, королевский орнамент, ребят, нам подходит. Ну, вот этот неплохой. Хотя, вот этот мне больше нравится. Есть такой, такой или такой взять. Но мне кажется, это прям слишком темное. А где тот узор, который меня заинтересовал? Я опять потерял. Стоп. Может, вот этот взять? Нет. Этот, знаете, этот уходит в розовинку и so-so. Эти неплохие. Ну, это рыжий. Нет, это слишком красный. Это тоже слишком... Слушайте, а может быть вот такой темный? А ну-ка. Может такой темный взять? Ну, я не знаю. Мне кажется, что комната будет прям слишком темная. Вот смотрите, если мы здесь его используем... Давайте попробуем прикинуть, пофантазировать. Будет ли он тут смотреться? Нет, ну вообще будет. Слушайте, давайте, наверное, возьмем вот такой вот темный. Мы же с вами все-таки для кого делаем? Для мистера Романеску? Я думаю, что мистер Романеску мне, если я выберу какой-нибудь яркий... Он мне скажет, ты что, с ума сошла? Я не люблю такие яркие цвета. Я не хочу останавливаться в вашем отеле. Вы мне должны еще за моральный ущерб заплатить кучу денег. Давайте тогда здесь разместим. Сейчас посмотрим, ребят. Может, в итоге мне вообще ничего не понравится. А может быть, вообще понравится. В этих играх, знаете, всегда рандом. То есть ты можешь сделать с первого раза прям вау-бимба, а можешь сделать so-so и потом плеваться от того, что у тебя получилось. И, в общем, тут действительно иногда бывают с этим траблы. Я помню, сколько раз в House Flipper я перестраивала те или иные дома, потому что, ну, вроде как мне нравится, а потом я смотрю, и нет, мне не нравится, я хочу все придеть. Нет, ну, в принципе, знаете, неплохо. Теперь давайте перейдем, наверное, к шторам. Ему нужны плотные шторы, мы не должны забывать про шторы. Ой, здрасте, не хотите к нам приехать? Я вижу там автобус. Может быть, там экскурсия, и мы можем сейчас пригласить кого-то к нам в отель. Так, это нам не подойдет. Давайте, может быть, вот эти вот плотные шторы, но... Мне нужен свет. Цвет, цвет, цвет. Прыгаем сюда. Кстати, вот это был неплохой. Слушайте, может быть взять такой? Но стоять, ежики. Есть такой. Но это тоже, это, понимаете, розоватый. Я же хочу не розоватый, а все-таки красный. О, вот. Давайте вот этот приглушенный красный. Значит, у нас будет раз. Ну и, наверное, давайте два. Я бы хотела, знаете, чтобы он как будто бы такой... Зашторенный был вариантец. Тут давайте тоже, наверное, сразу же добавим. В принципе, в плане закраски стен у нас нет никаких проблем с размещением штор. Все, это мы с вами добавили. Так, теперь что нам понадобится? Давайте возьмем какой-то шкаф. Я так понимаю, что сегодня мы с вами как-то по-дурацки делаем ремонт. То есть я обычно пытаюсь все перекрасить, положить какую-то плитку. А тут я решила, так, комната готова, значит, будем сразу же размещать. Что у нас новенького по шкафчикам? Развернись, пожалуйста. Ну, вот этот можно взять. О! Ребят, так цебимба. Это как раз для нашего графа. Он скажет спасибо. Ну, не для графа, а для мистера. Ну, почти суть-то не меня. О! Не, ребят. Стоять, стоять, стоять. Давайте посмотрим во дворце, что есть. Ребят, куда мы с вами спешим? У нас же есть дворец. Так, стоять. Хочу вот здесь светильник. Обязательно красный, красный, красивый светильник. Диван. Но этот диван пойдет туда. Есть такой диванчик. Это нам не понадобится. Слушайте, а давайте вот такой... Диванчик разместим. Блин, я так хочу здесь туалетный столик. Ну, блин, он же обидится. Скажет, я же просил не добавлять. О, а вот это мы с вами можем смело добавить. А, только я вот думаю, где? Давайте, наверное, здесь будет такой столик, чтобы... Если мы здесь добавим шкаф, то он может дверцей бабах сделать. Класс, мы с вами просто играем в игру. Я уже продумываю, где он бабах может сделать какой дверцей. Я все время путаюсь в цветах. О, стоп. А вот теперь вроде не путаюсь. Или путаюсь.
Ну, нет, или да. Хотя, наверное, да, смотрите, у нас же тут красное освещение, поэтому кажется, что и пол такой стал красный. Слушайте, ну, неплохо, неплохо, неплохо. А у нас есть какой-нибудь пуфик? Я бы хотела вот здесь какой-то пуф... Ширма? А это? А это обязательно поставим. Только ширму сначала давайте возьмем. Жалко, тут нельзя как-то запомнить. Вот я взяла, например, то дерево, и я хочу именно вот то дерево использовать во всей мебели. И было бы, конечно, гораздо удобнее, потому что я сейчас буду ругаться, ребят. Я все время путаюсь в этом дереве. О-оу. Нет, не о-оу. Ну... Можно взять вот этот вариант. Давайте вот это тогда возьмем. Только разворачивайся. Давайте мы его как-то вот так вот под углом разместим. О, все, супер. Теперь мы с вами можем взять еще... О, весы. Не знаю, зачем ему весы. Может быть, он будет отмерять себе какие-то там, не знаю, меры крови или еще чего-то. Часы, ребят. Часы, часы, часы. Часы, наверное, будут не здесь. А, ваза. Ну, это, наверное, даже не ваза. Это такой у нас большой бокал. Я думаю, ему тоже понадобится. Это что? Это полочка, в принципе, там тоже можно... О, вот это мне тоже нужно. Давайте здесь поставим вот такой вот ящичек. Будем считать, что это просто какой-то комодик, но на самом деле мы с вами знаем, что это не простой комодик, и там, наверное, какие-нибудь свои запасы крови хранит. Я это вам не говорила, вы это не слышали. Стикеры, шмикеры, вечеринка, зеркало. Блин, хочу все время зеркало какое-то добавить, украшение. По-моему, здесь у нас... О, несколько книг. Чтобы вам было не скучно, можете почитать, уважаемый граф. Простите, вы же не граф, точно. Вы же мистер. Ну, мистер граф. Мистер граф, вы хотите почитать? А это все закрыто. Можно взять какой-нибудь круглый. Ну, не знаю, круглый не хочу. Давайте вот такой вот обычный ковер. Только цвет надо поменять. Цвет, цвет, цвет. Не хочу никакие квадратики. Слушайте, по-моему, такой узор мы с вами видели в Sims 4. Исправьте меня, пожалуйста, в комментариях, если я не права, но, по-моему, мы что-то такое с вами видели. Я хочу взять какой-нибудь... Ну, это слишком теплый был оттенок. Это неплохой, но нам не подойдет. О! Ну что, ребят, в итоге у нас получилась вот такая комната. Теперь давайте мебель добавлять. Значит, переходим в мебель. И, наверное, будем брать из дворца. Я бы хотела здесь, может быть, какой-нибудь столик поставить. А где у нас столики? Столики, кстати. Давайте, может быть, вот эти часы развернем. И мы можем их, например, вот здесь разместить. Вот здесь у нас будут часы такие красивые, золотые. Движемся с вами дальше. Мне нужен какой-нибудь столик, и мы возле этого столика можем несколько стульчиков разместить. Но это мне все не подходит. Наверное, возьмем вот этот вот кругленький, да? Ну, давайте возьмем вот этот кругленький. Только теперь нужно с цветом разобраться. Цвет, цвет, цвет. Переходим сюда, потом нажимаем Tab, пока я еще до конца не выучила, где у нас что переключается. Может быть, вот этот вариант? По-моему, он нам... В принципе... О, вот этот подходит. Значит, размещаем вот здесь столик. Давайте трошки его отодвинем. И возьмем, наверное, несколько стульчиков. Стульчики, стульчики. Меня именно стульчики. Не диванчики, не креслица интересуют, а стульчики. Такой... Давайте, может быть, вот этот возьмем. Нажимаем с вами сюда. И давайте, наверное, выберем такое же покрытие, как у нас в той комнате. Вот это, да? Давай посмотрим. Ну, вроде как да. Движемся, наверное, в эту сторону, потому что, по-моему, как раз вот где-то здесь и находится нужная ткань, 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 ткань. Это что-то очень яркое. О, бимба. Значит, разворачиваем. Иди сюда, ты у нас будешь здесь. Теперь вот так вот разворачиваем. В смысле, нельзя поставить? Ну, давай вот здесь. Давай теперь вот так сделаем. У нас будет три стульчика. Все, нормально. Стоит и стоит. Давайте, может быть, здесь в углу какой-нибудь светильник разместим. Где мой любимый дворец? Дворец, дворец. И теперь нам нужен с вами светильник. Мне кажется, что что-то еще сюда просто не влезет. Либо можно, конечно... А ну-ка, давайте развернем. Можно... Слушайте, а давайте вот тут будет шкафчик, наверное. Здесь, наверное, посуда какая-то будет стоять. А вот здесь как раз можно светильник. Светильник вот такой. Угу, супер. Здесь я бы хотела вот этот вот огромный массивный шкаф. Помните, я вам его показывала? Но он бы в той комнате бы не стал, а здесь, может быть, будет неплохо смотреться. Так, выбираем, выбираем. Нам не нужны никакие зеркала. О, давайте еще пару вот этих вот чаш. А нельзя внутрь, да? Жалко, я ничего не могу туда на полке поставить. Но будем считать, что потом туда загрузят какие-нибудь необходимые предметы. Вот, вот этот шкаф. Мы с вами его разворачиваем. Выбираем вот это, наверное, дерево, таб. И движемся. Это нам не подойдет, это тоже не то. Вот это не то. Давайте вот такой вот, наверное, возьмем вариант. Я бы его разместила. Можно его, конечно, здесь по центру. Слушайте, давайте, наверное, так и сделаем. И мне нужно тогда взять какой-то диван. Давайте, может быть, вот этот диванчик. Или же нет. Давайте два вот таких. Тогда здесь вот эти вот стулья поменяем, потому что, видите, у нас идет несовпадение. Вот нужный красненький. Размещаем здесь. Потом крутим тебя вот
Да не так резко ж крутись. Вот так, и давайте вот здесь вот так еще один стульчик поставим. Все, прекрасно. Теперь переходим тогда куда? Переходим тогда к диванам. Возьмем вот этот вот диван, и, наверное, даже две штуки здесь влезут. Значит, переходим сюда, нас опять-таки интересует вот это покрытие. Переходим в цвета и крутим, крутим, крутим. Нет, в принципе, золото с красным смотрится неплохо, учитывая, что мы с вами, в принципе, справились. Смотрите, он доволен, ему все нравится. Напротив этого дивана давайте поставим еще один. Они у нас такие вот маленькие, только я, наверное, криво, нет? Это вроде бы не криво, вроде тут даже пройти можно. Давайте, может быть, вот только... Посмотрим, где у нас тут центр. Значит, если у нас, ну, наверное, где-то вот здесь относительно будет центр, тогда мы можем, наверное, вот тебя передвинуть трошечки сюда. Все. И вроде как они даже почти неплохо так вот идут. Я бы взяла какой-нибудь столик. Давайте посмотрим, что у нас из столиков. Ну, по-моему, криво, нет? Да вроде бы не криво. Знаете, под одним углом кажется, что криво, под другим кажется, что не криво. Вот, кстати, мы можем вот здесь вот такой вот столик поставить, только надо бы поменять цвет дерева. Меняем на... Посмотрим. На вот такое надо нам поменять. О, супер. Ставим вот здесь. И давайте тогда сразу же какой-нибудь небольшой столик. Столик, столик. У нас где-то был овальный. О, бимба. У нас осталось прихожая. Мне, конечно же, здесь хочется хоть какое-то зеркало разместить. Но нет, нельзя даже. Никаких зеркал. Я предлагаю здесь, может быть, растение поставить. Нам бы, наверное, здесь какой-нибудь пуфик. Может быть, диванчик. Наверное, какой-то шкафчик. О, давайте возьмем, наверное... Ну, здесь поставим вот этот вот столик. Хай будет столик. Дальше нам с вами понадобится... Я не могу смотреть на вот эти зеркала и прочее. Давайте, может быть, вот здесь у нас будет маленький диванчик. А здесь, наверное, какой-то шкаф нужно разместить. Причем, кстати, мы знаете, какой шкаф можем взять? О! Здесь у нас будет вот такой светильник. Сразу же его встречает красивый светильник. Можно было бы, конечно, такой золотистый, но я не хочу. Давайте сразу чашу. Вы проголодались? Вот вам чаша с кровью. Перекручиваем. Слушайте, а вот это у нас что такое? Это зеркало! Мне не нужно зеркало, мне нужен какой-то шкафчик. А давайте, может быть, сразу вот такой шкаф. Как думаете? Такой же шкаф ему подойдет? Здесь тогда мы можем взять какую-нибудь картинку. Еще, ну придется картинами все закрывать, понимаете, ребят? Здесь в идеале должно быть зеркало. Но, увы и ах, нельзя. Я бы повесила, может быть, вот такой цветок. Видите, он тоже такой какой-то старинный а-ля. Можно взять... О! Давайте тут какое-то мрачное дерево. Ну и в принципе, вроде как все. Давайте посмотрим, что у нас есть по украшениям. Книга, книги, книги, книги нам сейчас здесь не понадобится. Это у нас, в принципе, все есть. Можно взять, конечно, какие-нибудь вот такие вот свечи, но я лучше тот светильник возьму. А, лица. Давайте какие-то вот такие вот лица. Нет, они здесь не влезут. О! Слушайте, смотрите, какой красивый подсвечник, но он все тоже не влезет. О, груша! Давайте у нас здесь будет груша. И яблочко можно. Груша и яблочко. Что мы с вами еще можем разместить? Я вообще хочу посмотреть, у нас есть какие-то большие фигуры? Давайте, может быть, вот такую даму где-нибудь... О! Вот здесь разместим. О! Чай! Друзья мои! Давайте у них здесь будет чашка. И здесь будет чашка с блюдцем. Все, супер. А это что у нас такое? О, ребята! Это что, это аквариум? Это аквариум, ребята! Может быть, где-то его... Я нигде его не могу поставить, у меня уже все занято. Ладно, придется мне им ложки просто добавить и все. Ну что, ребят, отправляемся на экскурсию в комнату 103. Мы с вами заходим в номер и сразу же попадаем в небольшую прихожую. Здесь я решила разместить мини-холодильник. У нас все-таки в гостях вампир будет, и ему нужно же где-то кровь хранить. Также тут есть гардероб, есть небольшой диванчик. Проходим вот сюда и попадаем в ванную комнату. Поворачиваем налево и попадаем в спальню. Ну а из спальни мы с вами проходим в гостиную. Знаете, в принципе, мне номер нравится. Завершить ремонт удерживайте Space. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Было до, стало после. Слушайте, ну вообще неплохо. Мне нравится. Мне нравится то, что вышло. Мы можем посмотреть, что у нас было туточки. Также посмотрим, какая была спальня. Я надеюсь, что нашему гостю понравится. Ну вот прям очень понравится. Плюс 500, ребята! Я очень рада. Иди в подвал. В смысле, иди в подвал? Почему меня уже в подвал? Ребят, зачем я забрала? Зачем я эту фигурку забрала? Так, размести обратно эту золотую даму. Не надо забирать. Вампиру, может быть, понравится эта дама. 500 за день. Здесь темно и мрачно. Все, как я люблю. Но у меня есть небольшая просьба. Не могли бы вы показать мне подвал?
Ребят, какой подвал? Не пойду я в подвал, особенно с вот этим вот мужчиной. Он стрёмный. Хотя очень загадочная, я думаю, что нашей главной героине такие загадочные парни точно нравятся. Ну что, ребят, я думаю, что мы с вами продолжим делать ремонт уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.